четверг и пятница. Именно в эти дни в школе проходят родительские собрания. И многие ученики ждут под дверьми класса в ожидании разбора полетов. Да потому что не надо было двойки получать. На-на-на-на-на. Первый пошел. Не, ну чего они так долго? Я уже устала ждать. Вы правда, чего здесь сидим, как эти? А зачем ты поджал канат, когда нам физрук показывал, как надо на него забираться? Да не напоминай! И так есть на нервах уже. Не, ну нормально, ты на нервах, физрук на таблетках. А родительские ремни по нашим словам. Дальше не продолжай. Коста, кто-то из класса входит. А почему тебе-то можно сидеть, а нам нет? Ну, во-первых, я староста класса и веду протокол о родительских собраниях. И во-вторых, прежде чем что-то сделать, я хорошенько подумаю. На-на-на-на-на. Ой, прости, пожалуйста. Думаешь, а тебе показать видео со школьного бала с твоим участием? А ты чё ржёшь, ты там тоже засветился. Чем ты только думала? И текст тоже. Вы же знаете, я потеряла рассудок из-за неудачной химической реакции. Знаем, знаем. Уже весь интернет знает. Так, не портите мою репутацию. Я иду на золотую медаль. Походу, допинг-контроль тебе точно не пройти. Не, ну Фая вообще камикадзе. Интересно, что там сейчас в классе происходит? Надеюсь, папа не узнает, то что я так и не донес эту тысячу на шторы. Как он не принес? На что я надеялся? Так, я пошел тысячу искать. Что он сделал? Так интересно, в этот раз а что он творил? Так, я поговорю с ним дома. Кирилл! Папа! Кирилл! Папа! Ремень! Папа! Ну ничего, у меня папа добрый, отзывчивый, честный, дружелюбный. У тебя папа че, хоть Леопольд? Нет? Единорос? Не, вот лично моя мама после этих всех родительских собраний, как счетчик горячей холодной воды, вот я отвечаю. Это как? Накручивать себе и накручивать. Накручивать да, и накручивать. Тихо, Фася! Да где же тут тысячу взять? Так быстро? Прости меня, мама, дуру грешную! Ребята! Ребята, да! Да! Там, ребята, да! Да что там? Там мел закончился. Кирилл, Ксюша! Мел! Кирилл! Ты когда успел подложить учительнице кнопки на стол? Так держи. Зачем? Охвати меня, пока не поздно! Кирилл, встань! Пойми, не важен результат родительского собрания. Главное, до прихода родителей вымыть посуду. Пропылесось. Выгули собаку. И как они придут, сделай милую улыбку. Так? Да не китайоза. Так? Да не неандертальца. Ну какую тогда? Ну, как тебе iPad подарили? Прости меня, папа, дуру грешную! С вами была команда КВН, я красотка. И папа Кирилла Ремень!